Продолжаем. Это ванна. Очень приятная, очень красивая, все очень чисто. И есть еще вторая ванна. Вот она. С душем. Тоже симпатично все очень. Здесь кухня. Кухня небольшая, но здесь станет стол. Где-то здесь очень мало кухонь. Space в каком-то смысле. Ну, можно что-то придумать. Все очень новое, все очень чистое, все очень классного качества. То есть такой финиш, high quality финиш. Каменные полы, кстати, везде. Ну, не проблема, это вообще почему-то все не так. Там терраса. Стол здесь явно встанет в углу, в дополнение ко всяким шкафчикам. And now moving on to the living room. Значит, living room такая не супер большая, но это good size. Значит, здесь еще одна терраса. Очень так все спокойно, приятно. Вот. Ну, как бы здесь вот у них так разделено на полу и гостиную. Здесь, значит, вот, вот так вот это все устроено. Ну, все, that's it.